В детской поликлинике города Видное состоялся этап губернаторской программы «День семейного здоровья». Это профессиональный медицинский осмотр для родителей и их детей. Это мероприятие посвящено тому, чтобы люди, взрослые и также, конечно, дети заботились о своем состоянии здоровья. Чтобы они его старались укреплять, чтобы оно было крепче, чтобы оно было лучше. Уникальным такой формат диспансеризации стал благодаря развлекательной программе, которую проводил клоун Алекс и его команда. Чтобы маленькие посетители поликлиники смогли отвлечься, им предложили поучаствовать в играх и конкурсах перед тем, как зайти в кабинет к врачу. Очень важно следить за своим здоровьем. К тому же сейчас такие тяжелые времена, в стране пандемия, как ни крути, поэтому внимание нужно уделять своему здоровью, здоровью своему ребенку в обязательном порядке. В зависимости от возраста дети проходят осмотр у тех или иных врачей. На этот раз они попали на прием к педиатру, ортопеду и стоматологу. Надо взять за правило, что нужно каждые полгода всей семьей обязательно ходить на осмотр профилактически к стоматологу. Приучать ребенка к тому, что иногда врач осматривает его зубы. И первое посещение должно быть в первые 2 месяца жизни. Все доктора отмечают необходимость своевременного посещения медицинского учреждения, особенно для самых маленьких пациентов. При ранней диагностике любое отклонение от нормы проще контролировать и лечить в дальнейшем. Детки идут в детские сады, в школы, поэтому ребенок должен быть полностью обследован. То есть мы ему смотрим, измеряем вес, рост, смотрим соматические статусы, делаем свое заключение, пишем группу здоровья, также физкультурную группу. В рамках Дня семейного здоровья взрослые также прошли диспансеризацию и посетили врачей по своему списку. У нас есть уже даже план, ежемесячно будут проходить такие дни, поэтому читайте информацию на нашем сайте самой поликлиники и больницы. Даты уже указаны, поэтому всех приглашаем пройти совместный семейный, так скажем, медосмотр. По итогам осмотра выдается паспорт здоровья семьи, в котором указываются все основные моменты, на которые стоит обратить внимание как взрослым, так и детям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.